Саженцы гравилата чилийского фаербол, Geum chilaunce fireball, своим пышным цветением и ярким окрасом украсят клумбу, цветник и станут акцентом. Высота стебля – до 45-50 см. Листья темно-зеленые, опушенные. Цветки яркие, оранжево-желтые, полумахровые, состоят из широких лепестков, по центру расположены множественные тонкие тычинки. Период цветения длительный, с мая по октябрь. Гравилат используют как лекарственное растение и в качестве пряности. Растение предпочитает хорошо освещенные места с легким затенением. Предпочитает умеренно влажные, рыхлые почвы. Полив – нечастый по мере подсыхания почвы. Гравилат чилийский фаербол – это травянистый высотой 50-60 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка оранжевая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4,0 см. Лист растения по форме непарноперистый. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. У растений нет шипов. Важно, что гравилат чилийский фаербол самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.